X-Ray. X-Ray — это хэтчбэк. Задние фары немножко похожи на грантовские. Двери почти Toyota. Салон. Новая ручка открывания двери. Стеклоподъемники. Оригинальная форма печки. Бортовой компьютер. Механическая коробка передач. Сиденье удобно регулируется вперед-назад, очень мягко двигается. На руле связь с телефоном, плюс-минус громкость. Тахометр, спидометр, все просто, минимализм в кнопках. Две подушки безопасности. Сверху какие-то датчики небольшие, кнопка SOS, тоже связь с телефоном. Небольшой запах пластика. Внизу у дверей под колонки сделано. Руль мягонький. Управление она немножко напоминает Гранту. По ширине средней ширины такой, устойчиво, держит себя хорошо. Регулировка зеркал есть. Ну, в целом неплохой такой бюджетный автомобиль.